на разных языках я могу сказать эту фразу. Вот. Например, я могу сказать... Это по-тайски. Это звучит так. Санраку. Или по-турецки. Это звучит так. Бен сени серьёру. По-цыгански ты можешь это сказать. Могу сказать это по-немецки. Звучит как из порнухи, честное слово. Их либо ты. По-французски все знают же тем. По-цыгански мы тут камам. А по-английски это звучит I love you. For sentimental reasons, I hope you do believe me. Thank you.
I hope you do believe me.